У вас все нормально? Я жизнь свою проиграл. Двум сутрикам. А по счетам надо платить. Знаете, мы стали играть в покер. А оказалась настоящая дуэль. Давайте мы вам такси вызовем. Нам уже надо ехать домой, поздно все. Домой? Да. Аня, послушайте, присядьте на минутку, пожалуйста. Вы только не сердитесь, но знаете, в жизни так нечасто бывает, когда возвращаешься с того света. А у меня сегодня именно такой момент. Вы знаете, я вернулся вот буквально из гроба, в прямом смысле этого слова, понимаете? Думаю, куда мне теперь домой? Вот там тот же гроб. Вы меня не знаете. Ну и я вас не знаю тоже. Но давайте вместе с вами уедем. Прямо сейчас, а? Ну, пусть здесь останется проигранная жизнь. А там будет все по-новому. Вы только не сердитесь. Вы же знаете, я не из этих назойливых клиентов. Я не хотел вас совершенно обидеть. Просто у меня больше никого нет. Да и вам за что здесь держаться, а? Простите. Ради Бога. Простите меня, старого дурака. Стоп.